Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай».
Земля!
Любые розы касаются.
первый фестиваль-марафон песни России. И я была уверена, что вам все это будет близко, и ваша душа будет радоваться. Ну разве, вот скажем, все, что происходит нас на этой сцене, разве это не достойно Кремлевского дворца съезда, а? Разве это не государственная программа, а? И каждый руководитель в любом регионе, когда выходит на сцену при наличии вот этой замечательной палитры цветовой, внутренней, энергетической, он может сказать любые правильные слова. Их даже и придумывать не надо. Они сами идут. Потому что стоит такая мощь, огромное информационное поле, огромное коллективное мышление на сцене и в зале. Вот это называется единение народа.